На заседании регионального правительства подвели итоги проведения госзакупок в 2023 году и наметили планы на 2024 год. Были представлены основные параметры: доля российских товаров в государственных закупках Тверской области, осуществление совместных закупок в дорожном строительстве, здравоохранении и других отраслях, участие тверских производителей в поставках. Подробности у нашего корреспондента. В основном средства в прошлом году направляли на закупку лекарств и медицинского оборудования, ремонт, содержание дорог и мостов. Почти 41% государственных закупок обеспечивают тверские производители. В прошлом году была заключена 21 490 контрактов с местными поставщиками. Тема закупок в Тверской области работает стабильно и результативно. Более того, здесь наблюдается поступательное развитие системы закупок. Хочется отметить, что такая стабильность является показателем качества работы не только самого комитета госзаказа, но и всех заказчиков. На заседании губернатор отметил, что государственными заказами должна поддерживаться и региональная экономика. К участию в закупках необходимо активно привлекать больше местных производителей. Главная задача – это развитие экономики и промышленности Тверской области. Поэтому вот этот элемент поддержки через государственные закупки будет более активно использоваться в текущем году. Государственные закупки и муниципальные закупки – это инструмент поддержки наших тверских производителей, что должно быть сделано без нарушения федерального антимонопольного законодательства. В условиях динамично изменяющегося законодательства специалисты сферы госзакупок постоянно проходят курсы повышения квалификации. Участниками обучающих программ в прошлом году стали более 1000 человек. В области очень активно реализуются образовательные программы. Мы, как федеральная инновационная площадка, тоже в прошлом году принимали участие в тестировании заказчиков и, соответственно, в обучении. Поэтому будем надеяться, что такая тенденция и на следующие периоды тоже распространится. Для обеспечения заказчиков Верхневолжья квалифицированными кадрами в регионе совместно с Тверским государственным университетом запланирована реализация проекта «Молодые закупщики». Это обучение заинтересованных студентов и дальнейшее вовлечение их в работу. К обучению молодых кадров губернатор поручил привлечь профессионалов с большим опытом в данной сфере. Закупки, они на пересечении информационных технологий, экономики, финансов, контроля. То есть на самом деле огромное количество сфер, которые в закупках применяются. Отсматриваем тех ребят, которые действительно могут получить это обучение бесплатно. Соответственно, обеспечиваем стажерскую программу. Нам еще добавили в наш проект, это еще и опытные специалисты, которые тоже будут, собственно, своим опытом делиться. Одно из предложений, которое было озвучено на заседании правительства, разместить на сайте комитета госзаказа местных производителей, которые изготавливают продукцию из вторичного сырья. В данном случае установить объем доли вторичного сырья 100%, что позволяет фактически закупать данный вид продукции у региональных производителей. Почему? Потому что рассчитывается цена, и за счет логистического плеча фактически имеет законное преимущество производители, расположенные на территории Тверской области. В этом году в график приоритетных вошли закупки в рамках нацпроектов и решения социально значимых вопросов. Губернатор поставил задачу заключить до конца первого квартала этого года 100% контрактов на дорожные и ремонтно-строительные работы и благоустройство, реализацию мероприятий в рамках национальных проектов.